Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября. Об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на служебном совещании с участием заместителя министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, к которым посредством видеосвязи также были привлечены командиры и другие должностные лица соединений, дислоцированных при фронтовой зоне. Министр обороны дал соответствующие указания в связи с подготовительными и организационными работами для проведения на высоком уровне очередного заседания Совета министров обороны СНГ, которое пройдет в Баку в конце октября.